Всем привет, друзья! Сегодня вновь мы выдвигаемся на берег Волги, где уже лицом к лицу сравним наши снегоходы. Восемнадцатисильный Шармакс против двадцатисильного Лифана. Это будет настоящая битва моторов. Для самодельного снегохода с двигателем Шармакс это всего лишь второй выезд, но короткая непредсказуемая зима не позволяет провести нормальную обкатку. А вот 20-сильный снегоход уже обкатан и готов показать свои возможности. Наученный опытом спуска по наледи, я решаю объехать тропу по неукатанному краю, причем на самой минимальной скорости. Мы на месте. Спуск преодолен, и можно перейти к сравнениям. На этом снегоходе мы бак высушили, сейчас высушим бак на втором, зальем в каждый по 1 литр бензина и замерим, какой из снегоходов проедет дальше, и вообще увидим расход этих двигателей. Бензин залит, снегоходы прогреты, выдвигаемся. Поедем в разных режимах работы двигателей, постоянно изменяя скорость. Так мы получим наиболее правдивый результат.
Я увидел на приборной панели скорость 58 км в час, что очень неплохо для необкатанного снегохода. Шармаксу приходится нелегко, но он справляется. Впереди идущий снегоход начинает дергаться, теряет ход и глохнет. 1 литра бензина 20-сильному двигателю Лифан хватило ровно на 10 км пути. Спустя некоторое время глохнет и мой снегоход. GPS на телефоне указывает пробег в 11 километров. Что ж, в этом сражении выигрывает Шармакс. Посчитаем примерный расход топлива, и получается, что менее мощный мотор позволяет сэкономить до литра бензина на 100 километров пути. Перейдем к сравнению снегоходов в ускорении на прямой. Старт примерно равный, но 20-сильный снегоход немного уходит вперед. Справедливости ради отмечу, что этот снегоход после перехода с 17-сильного Лифана на 18-сильный Шармакс заметно прибавил в динамике. И по-хорошему его сравнивать нужно с равносильным двигателем Лифан мощностью 18,5 лошадиных сил. Но у нас такового нет, поэтому продолжаем. Следующий заезд. И на этот раз преимущество в 2 лошадиные силы дает о себе знать. 18-сильный снегоход вступает в скорости на прямой. Меняемся снегоходами. Общая картина не изменилась, более мощный снегоход уходит вперед. К
Кстати, отрыв лыж на нем происходит не из-за избытка этой самой мощности. Это все наши эксперименты с натяжением стропы задней подвески. Если ее затянуть, то подъема переда не будет. В итоге счет 1-1. Результатами сравнения мы довольны. Необкатанный 18-сильный Шармакс хорошо себя показал на фоне более дорогого 20-сильного Лифана. Но, честно говоря, мы ожидали чуть меньший расход для обоих двигателей в этих почти идеальных условиях, когда дорога абсолютно ровная и мало снега. Но что есть, то есть, в любом случае это гораздо меньше, чем у снегоходов с двухтактными двигателями. Такого завершения сезона мы и сами не ожидали. Не забывайте устанавливать отбойники на лыжи и всегда одевайте шлем при движении на снегоходе. На этом на сегодня все. Всем удачи и пока!